Помощь ветеранам и участникам СВО, а также их семьям, должна быть комплексной. Об этом говорили на заседании Общественного совета по делам инвалидов. На базе протезно-ортопедического предприятия «Самары» работает стационар сложного и атипичного протезирования, где проводит восстановительное лечение после операции и травм, подготовку и обучение ходьбе на протезах. Люди получают инвалидность, как жить дальше? Что, какие перспективы, как можно реабилитироваться, как можно заняться общественной работой, как жить дальше в этой ситуации. Вот это основная тема нашей встречи. Для получения ортопедических изделий будут выдавать электронные сертификаты. Протезы рассчитаны на 2 года, после этого ветеран имеет право на их замену. На заседании также обсудили и оказание психологической помощи участникам СВО и их семьям. Когда участник находится за ленточкой, мы отрабатываем уже непосредственно в данном направлении с психологический блок, здесь закладывается со стороны супруги или там родителей. Колоссальный труд психологов – это вручение уже из вещей. Психологи совместно, такой большой мобильной бригадой, выходят совместно с администрацией района и с военкоматами, вручают соответственно извещение. И вот здесь психолог на этом этапе берет соответственно семью. Участники заседания обсудили новые правила признания лица инвалидом. Их на территории города проживает около 90 тысяч. И, безусловно, очень важно для них вопросы решить здесь и сейчас с теми службами, которые оказывают им помощь. Для того, чтобы понимать, куда двигаться дальше, чтобы мы понимали, как скорректировать нашу работу, где у нас не хватает каких-то возможностей, где нужно посмотреть изменения законодательства. Доступ к этим услугам позволит ветеранам и их семьям восстановиться не только физически, но и морально. Августина Охременко, Игорь Казановский, «События».